Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Боголов, и это новый выпуск рубрики «Весь день ем». В этом выпуске я проживу целый день завтрак, обед и ужин, питаясь только из Бургер Кинга. Прошлые ролики с Макдональдса, с KFC вам неплохо зашли. И в комментариях вы писали: «Саныч, давай Бургер Кинг». Поэтому сегодня мы отправляемся в Бургер... Ну что, друзья, начнем на месте, да? Что я припозднился. Завтрак у меня очень поздний. Наверное, уже и завтраков нет. Шримп Кинг. Во, Шримп Кинг на завтрак. Это офигенная тема. Шримп Кинг это с... Вы поняли, с чем. Капучино. Окей. Люблю картофель по-деревенски маленький. Возьмем. И к нему соус пармиджана. Новиночка. 445 рублей. И что, борзели, что ли? Что, друзья, позавтракаем. Блин, конечно, на завтрак Бургер Кинг я не успел, но там, наверное, фигня какая-то на завтраке. Другое дело, вот это, Шримс Вокер. Короче, тема такая. Сразу скажу, что картоха в Бургер Кинге, картоха фри, вкуснее, чем у Макдака. А, тут они в кляре креветки. Креветки в кляре, сыр, огурчики. В принципе, неплохо. Раз, два, три. Четыре креветки в кляре. И кофе зачетно. Соус пармиджана, сырный соус пармиджана, это типа пармезана есть такой сыр. Он чуть дешевле самого пармезана, но по вкусу как пармезан. Таракан вон бежал, люди сейчас остановились, ужас. Новый торговый центр какой-то и уже таракан. Он топовый. Сюда бы еще остринки. Короче, рубль 96, потому что я спасибо использовал. Нормальная тема. Слушайте, а пармиджано неплохой соус. Мне прям нравится. Я объелся. Вот этот бургер с креветкой мне понравился, он топовый. Блин, ну если бы у меня не было этих баллов, 400 с лишним рублей, это дороговато. Это реально дороговато. Друзья, не переключайтесь, встретимся с вами на обеде. Я сейчас забираю Скоробейкину, и мы прём за город. Все, переезжаем туда. Рад всех приветствовать на обеде. Я сгонял в Бургер Кинг и взял 6 за 200. Опять за 1 рубль 97 копеек. То есть у меня завтрак обошелся в рубль чем-то. Короче, ну, грубо говоря, 2. Обед в 2 рубля. Баллы, сила. У меня этот, как он? Молочный коктейль. Я молочный коктейль взял вместо мороженого. Наггетсы. Картоху фри. Так хотелось по-деревенски взять, но по-деревенски я на завтрак ел. Такие вот пепси. А, не пепси, миринду взял. И молочный коктейль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот это шесть. Опа-на! А почему соусов-то никаких не дали?
Да, друзья, соусов никаких, прикиньте, не дали. Это залет. Как так может быть? У нас тут всякие различные эти вкусности. О, миринда 100% вкуснее, чем фанта. Кстати, луковые кольца — офигенно простая тема. Надо из продуктов каждый день сделать меню Burger King. Мне у Макдака больше нравится. 199 рублей стоит. Цезарь Кинг или чизбургер, или чикенбургер, или гамбургер, а также Бит Кинг. А у меня получается там новинка была. Короче, я что-то поменял, и у меня не 199 рублей. Там еще было написано, типа, новая формула, новый рецепт. Какой-то лонг, что-то лонг, ребят. Пишите, как называется эта тема. Ну, это как гамбургер, только вытянутый. Я пытаюсь понять. Майонезно-горчичный соус, походу. Огурчики, лук, сыр, две котлеты. Кстати, а в KFC наггетсы есть? Посмотрите, какая тарелка узбекская. Я когда казан покупал, попросил, потому что я казан здоровенный покупал, он там почти 5000 что-то вышел. Мне, кстати, подписчик на стриме кидал донат на него. Я говорю, блин, чувак, у тебя так дорого казан стоит, а казан на... Блин, не помню, на сколько литров, но огромный. Говорю, дай что-нибудь в подарок. И он мне вот такую тарелку дал в подарок. Но сдачу меньше дал. Но самое зачетное, это, конечно, луковые кольца. Что, у нас есть вообще что-нибудь? А, у меня вот что есть, ребят. Посмотрите. Вот это топовая тема. Смотрите. Табаско настоящий. Made in USA. Made in USA. Угу, на первом месте спиртовой уксус. Для любителей пивка попробуйте светлое пиво, типа Короны, и в него пару капель васаби. Вот так, кстати, получается. Дали пустой стакан. Я что-то не понял. Я говорю, а что пустой стакан? Она говорит, а вон наливайте напитки. Подошел, налил. Ты заказываешь миринду? А ты можешь и колу пить, там что хочешь прям. Безлимит. Мириндочка. Все. Что у нас тут? Клубничный, да? Старший администратор Бургер Кинга. Мне не очень понравился. Там мальчишка новенький. Видно, парнишка студент такой. Простой. И он не собирает медленно заказ. Я не подхожу там, не спрашиваю. Ой, что так долго, давайте быстрее. Но он медленно там раз. Собирает что-то. А при всех там
Давай быстрее! Ты че? Прям вот так вот. Люди смотрят, видят это все. Нет! Это туда! Это положи сюда! Типа, меринду с этим вот сюда вставь! О, хорошо, хорошо. Но... Че орешь? Может, поэтому Саныч долго на одной работе не задерживается? Ужас. Я вообще не терплю такого отношения к себе. Приходишь куда-то, да, в организацию новую. Делаешь там все план, круче всех. Или на уровне. Какая-то сикавка тебе что-то там начинает предъявлять. Там при всех тебя отчитывают за просто так, там, ну... День у нее не задался или еще что-то там, я не знаю. Муж к любовнице ушел. Я сразу говорю, как есть. Народ офигевает на работе. Типа, Саныч, ты что, ты как так, начальство? Я говорю, да, а что бояться? Ну да, потеряешь ты работу. Работа там копейки, блин, платят. Блин, вот этот лонгер, или как он называется? Забыл название. Ребят, попробуйте, это топ. Чутка подставил, пока я до дома доехал. Что-то у меня лицо красное такое. Здоров ли я? Друзья, не переключайтесь, встретимся с вами на сытном ужине. Всех приветствую на ужине. Будем говорить тише, ребенок уже спит. Короче, что я заказал? Лютый воппер, это типа острый. Как же остро, за 220 рублей. А цезарь за 300 рублей. Тоже мне это все обошлось в рубль 90. Два соуса положили. Или всегда сюда два должно быть. Короче, три сотки, новый салат, салат цезарь с креветкой. Блин, креветка сильно большая. Давайте, знаете, что сделаем? Мы ее порежем. Так, так, так. Так лучше будет. То неудобно есть. Сегодня стол с Икеей должны привезти, а то у нас даже стола дома еще нету, ребят. Это ужас. Короче, мне весь день обошелся в 6 рублей. Плохо, что нельзя, блин, эти баллы на рубли, на реальные обменивать. Вот все хаят там один банк, желтенький такой. А там зато вот эти бонусные баллы, блин, на рубли можно обменивать. Так что, Сбер, давайте, почему нельзя, блин, ваши баллы обменивать на рубли? Это же бред вообще. Какой-то неполноценный кэшбэк у вас получается. Слушайте, ну это ножо. А вот вилочки с ложечками они не положили. Это минус. Бывает. Забывается. Но фишка, что вот за вот эти баллы, да, которые за кэшбэки, можно только там. Через Яндекс.Еду не получится. Поэтому мне пришлось ехать. Да что такое? Ну тут по стандартному. Сыр, салат айсберг. Соус. У меня в KFC курочка терияки зашла намного лучше. Только можно было креветки не в кляре, а просто обычные креветки вареные, да? Побольше столько штук. Радио няня, друзья, это вещь. Бэда. Так. Воппер. Говорят, что он очень острый, да? Я уже почти половину съел. Остроты не чувствую.
Ну вот он, халапеньо. Сейчас я его чистым съем. Ну, остренько, да. Соглашусь, остренько. Так. А вкусы обрезаем. Вот это скоробейки, наверное, сейчас придет. Она сегодня решила по этому делу ударить. Отмечаем переезд в свой дом. А я попить забыл вообще. Я сейчас вина выпью. Я хотел вина выпить. Ну как? Налей водички. Налей у тебя мне водички. Давайте в чистый стаканчик. А, есть этот сок? Гранат. Холодильники еды нет. Я тебя в опер оставил. Ой. Сидишь в оперок. Давай. Я кока выпила лучше сейчас вместо вина, если честно. Друзья, за вас тоже. Сейчас бы холодненькой колы. Ты ж вина хотела. Все это фигня. Да? Кола. Тема. Кола тема. Все эти вина ваши. Так. Хочешь попробовать цезарь с креветкой? Нет. Не хочу. Ну вот одну креветочку. Mm. А что? Не хочется майонеза на ночь. Да, майонеза много здесь. Майонезников. Скорби, ну что, расскажи подписчикам, как переезд вообще тебе. Давай, присаживайся. Глаза открыли, пошла. Ладно, давай. Глаза открыли, держится открыто. Покажи. Вот видишь, они когда открыты, они блестят. Так страшно. Видишь, блестят. Так страшно. Почему шепотом говорит, он-то нас не слышит. Ты опять сейчас, видишь, закрыл, спит. Да. Это не осилю. Опер реально лютый. Большой, но не сильно острый. Салат фигня. Не стоит этих денег. 300 рублей. Лучше возьмите два салата в KFC. Там он по 129 или по 140 рублей. Курица терияки. Чем за 300 рублей вот этот. Вы два салата курица терияки. Возьмите, намного он вкуснее, чем этот майонезников. Че еще? Дороговато. Если бы я не вот этими купонами, то есть баллами этими расплачивался, то вышло бы вообще какие-то космические цены. Ужин там пятихатка, обед 200, завтрак 400, ну там 1100, да, 1200 вышло бы. Какой вывод? В фастфудах питаться дорого. Лучше шаву купить, шавермы перехватить. Ну, хочется. Хочется иногда фастфуда, соглашусь. Ой, что-то жога пошла, бля. Надо яблочком заесть. В общем, друзья, берегите себя. Не налегайте на фастфуд. Иногда можно, иногда можно. Читмил сделать, так сказать. Желаю всем крепкого здоровья, конечно же, побольше денег и семейного счастья. И всем обрести свое гнездышко. Вот как мы со Скоробейкиной, мы долго к этому шли, конечно. Ну, с горем пополам, там туда-сюда вот, пережались. Получилось. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пишите идеи новых видео в комментариях. Всем пока и до новых встреч.